Помню первый класс. Я зашел в класс, сидела на первой парте Каролина. Вот. Я подошел к ней и сказал: «Привет, меня зовут Дамир». Она так посмотрела на меня, мол, якобы ты кто? Я сказал: «Эта девочка, похоже, не хочет со мной общаться». Но я все равно к ней сел и добивался ее уважения или любви всякими там конфетками, шоколадками. Я помню, были тогда сухарики бомбастеры. Вот. И я подходил к Каролине подружке, ее зовут Даша, таскал ее учебники, чтобы она сказала Каролине, как я сильно ее люблю. Вот. И после этого я поступил в кадетскую школу-интернат. Вот. И был смотр строя песни в 9 классе. Вот. И увидел я тогда Каролину на смотр строя песни. Пришел домой и сказал: «Мам, я видел ту самую девочку, которую я видел в первом классе. Ее зовут Каролина. Она такая красивая». Предложение я сделал в парке «Семья». Вот, я обманул ее тем, что я не приеду на Новый год. Она очень сильно расстроилась. Я написал ей сообщение, снял видео, вот, и отправил девочку к ней. Когда она шла в парке «Семья», к ней подошла девочка и сказала, мол, посмотрите, вот это сообщение вам пришло. Она смотрит, там я. Говорю то, что вот, не приеду. В это время, пока она смотрит видео в наушниках, мы поставили такой небольшой коридор из людей и бенгальных фонарей. И когда видео закончилось, она развернулась и увидела меня. И первым словом был то, что: «Ты что, сбежал с учебища, что ли?» Я сказал: «Нет». Вот. Встал на колено, сказал пару несколько слов и сказал: «Каролина, ты любишь меня?» Нам. Она ответила: Когда погаснет свет, замигает из окна, глаза панели домов, дым как во сне. Никому не говори, я покажу тебе район, перерой этот шкаф. Как же идет тебе, папин олимпоз, мамин плащ, 18 есть. Мало идем со мной, ты поймешь, что на самом деле тащит. Стилёва, стилёва, пробивает ритм стену, вот-вот отделанный свежак. Стилёва, выглядишь так клёво, но что ты готова взрослым пацанам рассказать? Но-но-но, стилёво. Улетаем снова, медленно по шее машет первым, выкликать снова, но-но, и снова.
ночью ходит на рейв туда, где толпа, юный интерес. Под ногами тает снег, тут взрослый движ. Не переживай, мама, это просто вечерний концерт, где паспорта подлетает вверх. Всем похуй, где ты есть, Питер, Москва. Дальше Кипмен, большая туса навек. Закрой глаза, не теряй честь. Остальное забирает слэм. И пусть все, что под одеждой, только поменяет цвет. Стилёво, стилёво. Пробивает битом стену, вот-вот доделанный свежак. Стилёво. Выглядишь так клёво, но что ты готова взрослым пацанам показать? Но-но-но, стилёво. Улетаем снова, медленно по шее. Мажет перво, выкликать в но-но-но. Ни слова, никому ни слова. То, о чём ты здесь могла узнать. Говорят, что браки совершаются на небесах. И сегодня воля небес на земле подкреплена вашими подписями. Одевая кольцо на палец друг другу, мысленно отдайте этому холодному драгоценному металлу частичку своего горячего чувства. Мысленно произнесите: «Пусть хранит тебя моя любовь. Прошу вас». Почувствуйте тепло ваших рук. Это руки самого близкого вам человека. Это руки, которыми вы построите ваше счастливое будущее. И эти руки, даже когда они покроются морщинками, также преданно будут заботиться о вас, передавая в каждом прикосновении любовь и нежность. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. My time wondering of all the places I could be. I'm not who I was in the dreams we dare to dream when we are young. One day we wake up and we become something different. We are the sums of our decisions, the fruit of our ambitions, the grain of sand. Drop in the ocean. Oh, what a trying notion. Lately these days I can't help but getting this feeling I am sinking. The ground beneath my feet is starting to